гостях у Елены. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Вы в гостях у Елены. И сегодня мы будем делать с мужем обзор нашего подарка, который нам подарили наши родные и близкие на Рождество. Поэтому сразу говорю, что ссылочку и сколько стоит, я не смогу дать, потому что это подарок. Ну и, конечно же, у меня, как всегда, о технике показывает и рассказывает муж. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Ну, в общем, мы сподобились сделать обзор этого замечательного агрегата. Вот, называется он iRobot Roomba. Это пылесос автоматический. Вот он, значит, продается в такой коробке. Но я специально узнавал, вот именно вот эта модель, это самая простая модель 616. Вот, именно эта модель стоит в районе 19 тысяч. Ага, то есть ты узнавал, да, Артём? Да, в начале года стоил. Вот. Продается в такой коробочке. Вот, вместе с ним идет инструкция, сервисная книжка, гарантия, ну, все как полагается. На русском языке все. Вот. Ну и, собственно, вот он сам пылесос. Он идет в комплекте с базой. Ее подключаем в розетку. Вот. И он на нее встает после уборки и стоит, заряжается. У него, значит, аккумулятор внутри. Ну, вот так вот он устроен. Вот контакты, вот пылесборник, вот щетки. Это тоже щеточка, которая крутится и подгребает с углов. Вот. Пыль удаляется очень легко. Берется, нажимается на клавишу, снимается емкость, открывается это фильтр, который продается с ним, и высыпается, чистится фильтр, ну, обстухивается и все. Фильтр рассчитан в зависимости от того, насколько часто вы убираете, ну, при интенсивной уборке он рассчитан, по-моему, на 2 месяца. Вот. Вместе с пылесосом даются еще... Всего там 3 фильтра. Вот один этот и 2 еще запасных. Они продаются, это все в интернете легко найти, у них есть свой сайт. Вот, ну и во многих, там на Горбушке, ну в Москве во многих местах продаются и комплектующие к нему. Вот, потому что там можно отдельные вещи покупать. Вот, для него, про которые я расскажу, про одну как минимум. Ну, собственно, все, ничего сложного, вот он, кнопка... Одна включение, кнопка на базу идти, то есть ему можно приказать идти на базу. Нажал на нее, и он пошел. Вот. Вот база, да? Да. И кнопка спот, это усиленная чистка, он начинает вот так по кругу ездить с увеличенной амплитудой. Вот так. А, это когда что-то рассыпешь, да? Ну да. Угу. Вот. Ну, что еще сказать? Работает у нас от как со сколького? Снова с Рождества, по-моему. На Рождество нам подарили. На Рождество, да, да, подарили. С Рождество. Вот, ну, насколько я знаю, батареи, она вот тут вот, ну, хватает при реально интенсивной уборке, каждый день его задействовать, то батареи хватает на год. Вот. Сама батарея стоит в районе 5000. Вот. Еще к нему продается такой полезный гаджет, это ограничитель. У нас его пока нету. Вот. Мы, чтобы он никуда не убежал там из комнаты, мы просто ему ставим какую-то преграду, да, он не ткнется и разворачивается. Вот. А так вообще продается, ну, типа этого такая в половину от базы такая стойка, он инфракрасный луч дает. И он до этого луча доходит, разворачивается и. Стоит тоже что-то там, по-моему, 1700 она стоит. Вот, но у нас есть в планах купить. Да. Вот. Что мне в нем понравилось, то, что он не бьется по мебели с безумной силой. У него тут вот сенсоры стоят.
Вот, с четырех сторон. Вот это? Да. Вот, и он сбрасывает скорость, когда к препятствию подходит. Ткнется в нее, вот у него бока пружинивают. Он сбрасывает скорость, ткнется и разворачивается, едет в другую сторону. Вот. То есть на уборку комнаты, которая... Сколько у нас комната? 17 квадратов. 17 квадратов, ну, учитывая, что она там в половину заставлена, он у нас ее убирает минут 40. То есть, ну, это удобно. Включил его, и он поехал. Да. И он потом, он убирается, там сам как-то какой-то план действий разрабатывает. Сначала просто покатается, ну, при этом пылесосит. Типа фотографирует, да? Ну, да, как-то, но при этом пылесосит тоже. Он посмотришь, что ему надо, и дальше потом ее начинает по какому-то своему алгоритму отрабатывать. Вот, достаточно, ну, четко он это делает. Вот, тщательно. А, и потом все, когда там он все, эти, все свои дела сделал, он сам встает на базу и на зарядку. И пипикает, да, вот это вот, пипи и все. Да, вот. Ну, так можно принудительно его поставить, опять же, нажать на эту док-клавишу, и он, ну, не сразу ломанется на базу, но через там... Да, покружится. Три минуты, да, он уже встает на базу. Вот это очень удобно. Вот. Ну и что, запускаем его, он там ковыряется, мы отдыхаем. Не мешаем ему, да, мы на кухню чаи гоняем. Я не бегаю с палочкой этой пылесоса, и спина уже болит, да? Да. Чудо-пылесос вообще. Вот, ну, собственно, наверное, все. Наверное, надо вам просто показать. Да, как он работает. Ну, вот его рабочее положение. Вот он стоит, заряжается. Ну, чтобы запустить его, нажимаем на клавишу. Ну и пошел. Дело пошло. Все, начал работать он. Вот у него крутятся эти... Да, вот это, как ее? Метелочка, что ли? Ну, да, метелочка. И вот видите? Убирает вот по бокам, он едет. Не мешаем. Ну вот так особо пускать не будем по всей комнате. Да, так, немножко вам покажем. Все, он, то есть, фотографирует поле своей работы и потом начинает действовать. Ну, во время фотографирования он собирает еще пылюку. Вот видите, он скорость сбрасывает. Он... Да, да. То есть он не оббивается об стены. Это вообще чудо. Я сначала, кстати, думала, что так и будет. Вот сейчас увидите, сейчас она обратно, да? Это просто Артем ногой им. Видите? И все. То есть вот этой передней частью, да, которая пружинит, я такой, ну тоже, да, Тём? Ну, вот. В общем, вот так ну, это вот, да. Происходит. Дальше его можно... И все, и он пойдет на базу. Да, ну, вот он находит базу. То есть не сразу бегом, а так вот раз, вот. Показываем. Цель набирает. Вот. Вот, то, что я говорила, что он пиликает. Все. Готов. Ну что ж, мои дорогие, я буду с вами прощаться, но самое-самое интересное было, когда к нам приехал внук Марк. Вот он его испытывал. Он боялся сначала, а потом за ним бегал. Потом, говорит, он за мной бегал. Настолько забавлялся Маркуша. Так что я советую. Мы, конечно, очень рады такому подарку, что нам подарили. И хотелось бы очень, чтобы вы себе тоже приобрели. Да, еще забыл сказать, сейчас вот в Москве реклама пошла. 980-я модель. Ну, она, конечно, покруче, там возможностей побольше. Что мне понравилось, у нее есть возможность управления с айфона. Ну, и вообще со смартфона. Не только айфон, по-моему. Android тоже аппараты. То есть, находясь на работе, можно включить его, и он уберется и сам встанет на базу. И все, удобно. Да, можно за час, да, тебе надо домой. Раз, пришел, как раз он все да, прибрал. Да, с телефона ему дал команду, чудо, он убрался. Чудо вообще. Ну, эта покупочка будет в будущем, главное, есть цель. Вот просто подарок был, вот, которому мы очень рады. А теперь мы уже много узнали, в частности, Артем, он очень любит технику. Еще раз повторюсь, что я рада
за такого мужа, который все знает и разбирает. Никогда у меня нет проблем в чем-либо таком, и поэтому я порой не суюсь. Вот, кстати, вы задали вопрос, не вопрос, кто-то мне делал замечание, что я в технике не разбираюсь. Конечно, не хватало бы мне еще, чтобы еще в технике, да, Артем, разбираться. Сколько я имею дел, за скольким я слежу еще за техникой. Нет, это дело моего мужа. Все, будем прощаться. До свидания. Всего самого доброго и хорошего, и с праздником вас, Победы!